Подъем, подъем, подъем! Что случилось? Что такое? Что такое? Кого бить надо? Доброе утро. Какой? Здравствуй, Джон. Привет, Джон. Привет, Билл. Я вас просто проверял, чтобы вы быстро встали, потому что это очень необходимо. Ты напугал, блин, слушай, я уж пистолет взял, думал, стрелять сейчас надо. Я тоже хотел стрелять. Ну зато вы очень быстро проснулись. Ага, Джон, а чё, как спали-то, а? Ой, да хорошо, я даже выспался. Я думал, у нас сегодня будет продуктивный день. Да, согласен, да, согласен. Да, всё правильно. Ты вообще спал, нет? Да-да, я сегодня вообще даже как-то выспался наконец-то. Ребят, я вот сюда вот в ящик всю еду положил. Вот здесь вот вы ее можете найти. А то... А, ну все, хорошо, спасибо. Так, подождите, ребята, что мы сейчас делаем? Так, вам еще много чего не хватает для ваших исследований? Да, на самом деле, вообще самый идеальный вариант, ребята, пойти в мою лабораторию. Как вам? Ну, идея на самом деле хорошая. Это так-то опасно. Опасно на самом деле, наверное. Ну, опасно да опасно, но, ребят, я думаю, сейчас утро, сейчас самое-самое утро, давайте мы успеем, я думаю. Зомби сейчас нет? Да, Джон? Ведь нет сейчас зомби, скажи. Ну, сейчас пока что нет, но как бы сейчас такое время, что тьме начинает очень рано почему-то. Так, в смысле, а как мы тогда пойдем на исследование? Нам в любом случае же нужно идти. Давайте, давайте, пойдемте в лабораторию, ребят. Да, ладно, ребят. В любом случае надо отправляться, все, ну, тогда, давайте, пошлите. Давайте. Билл, ты готов? Да, я думал, бутылку захватить, а вдруг... Малой, ну-ка не дотягивайся даже, ты не дотянешься все равно, ну-ка уйди отсюда. Ну ладно. Какую тебе еще бутылку? Давай. Тут хоть никто за мной не следит, там родители не увидят. Давай, пойдем. Зато здесь мы будем за тобой следить. Стойте, подождите. Мы кое-кого забыли, вам не кажется? А Сэм, где Сэм? Правильно. Сэм, где твоя собака? Сэм. А, Сэм? Он здесь сидит, смотрите. А, вот он. Ну, Сэм, что ты, пойдем с нами, давай, бери его, Джон. Все, пойдем. Давай его на плечо, как рюкзак, и пойдем, вперед, Джон, вперед, ребята. Возьми патроны на всякий случай, а то у меня вообще патронов нет уже. Я тебе могу дать, у меня очень много оружия и очень много патронов. О, это было бы классно, давай на всякий случай, только на нас кто-нибудь нападет, я пиф-паф всех расстреляю. Джон, вот, ты ему держи. Патроны, что ли, доверяешь, ты с ума сошел, что ли? Да я думаю, что он уже опытный, он с нами уже сколько дней ходит. Так он не стрелял ни разу еще. Они же не подойдут, это же не на тот автомат. Ну вот, держите тогда, а то они мне все равно не подойдут. Ну ладно, тогда, в следующий раз. Джон, ты вообще круто сделал. Вот не давай ему патроны. Все, пойдем. Да я, честно говоря, случайно это сделал. Вот это правильно. Стой, я. Блин. Че там, фу, каких много здесь. Ай, как воняет. Да вы что, вы еще не привыкли, что ли, к ним? Вообще нисколько. Нисколечко, вообще, просто ноль. Блин, сколько. Ладно, здесь давайте, машин пошлите. Запрошенных. Давай. Ты помнишь, Рикотсон? Ребят, а давайте тачку угоним и покатаемся здесь. Билл, да ты с ума сошел, что ли? Билл, успокойся уже ты со своей машиной, а, пожалуйста. Ладно. Вот, у тебя что, какие-то желания вообще? Ненормальные какие-то у тебя желания. Вообще, Билл, ну хорош. Ребят, давайте аккуратно, пожалуйста. Я, кстати, трупов больше почему-то здесь не вижу. Ну, да, что-то хорошо. Как-то странно, здесь больше нет никого. А вон лежит! Зомби, ребята, зомби! Иди, какой зомби? Убегай. Где зомби? Куда стрелять? Пистолет, тихо. Где зомби? Подожди, иди за мной, сейчас я покажу. Только аккуратно, если что, стреляй. Давай, ты куда стрелять-то? В земле, стреляй! О! А так, стойте, это же не зомби. Это просто его голова. Как голова? Отойдите, ребята, он зараженный же. Он не должен укусить же нас. Я его на мушке. Подождите! Держу. Он же подойдет вам для исследований. Давайте его возьмем, реально. Да, точно. Как его взять? Кто-нибудь возьмите его себе, пожалуйста. Я боюсь заразиться. Ладно, я возьму, сейчас. Джон, давай ты возьмешь, ты потому что знаешь, нет, уже нет, как с этим... Билл, не трогай. Вот ты, да, Билл, дай мне кирку. Пускай Джон это сделает. Давай, Джон, только аккуратно, пожалуйста. Так, сейчас, возьмите печеньки, а то у меня уже ручки все заняты. Давай. Так, сейчас, подождите. Давай, аккуратно. Аккуратно, пожалуйста. Все вроде нормально? Взял. Да, все, давайте, пошлите дальше. Пойдем. Возьми ее в руку, я хочу разглядеть ее. Подожди, секундочку. Он точно не заражен? Думаю, что нет. Ящая голова зомби. Кто бы мог подумать, ребята? Кто бы мог подумать? Я такое только в фильмах видел. Она нам поможет, точно? Да. Думаю, что она очень поможет нам. Я надеюсь, что поможет. Я хочу спасти своих родителей. Скорее, быстрее, в лабораторию побежали, нам надо...
Блин, ребята! Давайте, давайте. О, там рядом с вашей лабораторией еще и моя библиотека. Погодите, она солнца не боится? Она сейчас не сгорит? Ну мы ее спрятали же. Давайте, я уберу тогда ее в карман. В карман куда-нибудь поглубже, там сунь ее. Ну все, тогда ладно, тогда... Все, блин, ребята, просто разруха. А, подождите, у меня же есть портфель. Сейчас я портфель уберу. Ребята, просто разруха. Ну, просто больно на это смотреть. Вы поглядите. Да, люди... весь город разрушен. Ребят, зато здесь только тачек есть, можно сесть и покататься. Да успокойся, ты бил, да хватит. Блин, капец, там в парке человек сидит. Фу. Ой, блин, а. О, блин. Ребят, как думаете, что... А, смотри, здесь машина задавила, походу. Ребят, как думаете, что в этом парке? Ну, мне кажется, сюда, пожалуй, не стоит ходить, потому что там очень страшно. Чего? Да, зайди, не находи, не заходи прямо на территорию. Ты чего? Давайте лучше не пойдем туда, там очень темно, и там могут быть зомби. Давайте не пойдем туда, пошлите дальше. Ну ладно, пойдемте. У меня осталось всего лишь 2 патрона, я надеюсь, что они не пригодятся мне. Так мы уже рядом, ребят, я, кажется, вспоминаю эту территорию. Блин! Фу! Так, у меня еда закончилась. Предупреждайте, если что, если я на человека иду, так, а то я еда. Буду смотреться. На, Билл, на яблочко. Давай, давай. А, у меня хватило, ну давай, я возьму. Все, отлично. Да, ребят, стойте. А, подождите. По-моему, чего? Здесь эта машина не стояла. И вот там вот тоже автобус, по-моему, был в другом месте. В смысле, Билл? Да нет, тебе кажется, Билл, ты чё? Да нет, не-не-не, вот этот автобус стоял точно здесь. Да хорош, Билл, пойдем уже, давай, успокойся. Да, пошли дальше. Все нормально, все тут стоит. Фу, на своих... Аккуратно, аккуратно! Я чуть не провалился. Кто их бил, передвинет, ты че? Да нет, ну ладно, но мне все кажется, было, что вот этот автобус здесь стоял. Все было, вот он по-любому. Ребят, ну вы где? Да мы тут досмотрели. Идем, все, пошли. О, блин, вот этого даже я испугался. Немножечко вообще уже осталось. Так, тихо. Здесь что-то взорвалось, смотрите, походу. Офигеть. Да все, Билл, пойдем. Не отставай, Билл, пожалуйста. Ну че ты? Ладно. Главное успеть до ночи. Ребят, ну мне все-таки кажется, здесь эти машины не стояли, нифига. Так как. Да в смысле, да не стоит? Кажется, кажется, кто их тебе мог передвинуть-то? Кто их мог поставить? А... Билл, не мы... знаю, не знаю. Ладно, давайте, все, тогда пойдем. Перечитал там. Блин, ты че? Ты зачем ходишь-то по нему? Да ну, ничего уж терять-то нам. А если он заражен? Так, давайте, пойдем, ладно уже, пофигу, забыли за эти машины. Да ты, Билл, потому что перечитался своих книг, фантастики. Да, тебе уже кажется просто. Блин, да страшно. Блин, ребят, мы уже практически дошли. Джон, ты где? Все, идем. Я здесь за вами иду. Вот она моя библиотека. Так, да я тут сам с собой, пошлите. Ребят, вот, лаборатория, вход, блин. Ой, тут тоже люди сидят. А, фу. Ребят, я, конечно, Билл, думаю, что ты с ума сошел, но, по-моему, этот красный автобус тут не стоял. Я же вам сказал, что не было его здесь ничего этого. Да как не стоял, вы что? Все здесь стоит на тех же местах, вам кажется. Может, просто. Пошлите, давайте, в лабораторию быстрее. Да, Джон, я так же думаю, стояло, наверное, все. Трупы. О, фу, чуть не наступил. О, какая вонища. Вот, ребят, смотрите, это моя лаборатория. Ух, классно. Давайте вы тогда заходите первый. Вы знаете, куда идти. Да, заходите первый. Давайте, за мной не отставайте. Ну, хотя тут что отставать-то? Тут один вход. Ух ты. Блин, у вас здесь тоже пахнет, конечно, невкусно. Ну, знаешь ли, я тут не... Да, тут уже все отсырело. И разлито как-то все. Ой-ой-ой, не наступить, не наколоться бы здесь ни на что. Да ладно тебе, что? Это все нормально. Что ты думаешь, я болею, что ли, чем-то? Ну, не знаю. Блин, у вас тут много так компьютеров. И такая технологичная лаборатория у вас какая-то. Вот здесь дверей столько много, а что там? Да, подожди, давай не лезь, я сейчас все покажу. Значит, Джон, ладно. Ты спрашивал про компьютеры. Я просто следил, я же уже говорил, помнишь? Я следил, когда радио включится. Я постоянно наблюдал за тем, чтобы кто-то выйдет со мной на связь. Но так никто и не вышел. У вас только кубочек десятки. Ну так-то у вас тут вообще, такие так, компьютеры у вас тут современные. Нахимичишь. Ладно. А что здесь кровь делает? А, так это от подопытных у меня. Ага. Я их в холодильник складывал сюда. И вот. Ну понятно. А, вы здесь еще опыты проводили? Да, конечно, я проводил опыты. Ко мне, представляете? Ничего, забудьте. А что там за дверь? А что у вас? Покажите. В той комнате. А в той комнате, проходите, у меня операционная. Вот, вы, ребят, вы здесь? Смотрите. Вот так я работаю. Ой, нифига себе, да что такое здесь? Нифига, ой, да у вас здесь у вас как-то здесь вообще много чего-то у вас здесь, крови всякой.
Вы что здесь вообще так делали? Понятное дело, ну операционная, ну Джон, ну ты как будто детский сад, ну что ж ты будешь так... делать-то, Джон, ну... А чё она прям на полу-то? Вы вообще какой-то неаккуратный. Мясо, мясо, смотрите, так, мясо, куда давайте съедим. Да ну вас, а! Так, что ты делаешь? Оно прокисшее, оно фу... Ой, что-то даже. Пикает! Что пикает, блин? Да он неисправен, он... Прикинь, он как-то раз меня так напугал, я к нему подхожу, давление, думал, подскочило. Ой-ой-ой! И он вот так вот остановился, я думал, что все, представляете? Это вот было в последний день. Ребят, пожалуйста, не трогайте вот эту свинью. Хорошо. Прошу вас. А это настоящая свинка? Да, конечно, настоящая. Джон, ну... Джон, ну... Ну, детский сад. Да ну. Я просто... Не трогайте... А я просто даже... не знаю ничего. А еще я малой, блин. Даже близко не... Вот-вот-вот-вот, он правильно говорит. Ну, просто, ну... Ну, ладно, подходите к ней близко. Давайте уже это... Здесь скоро ночь уже будет. Берите все самое необходимое и пойдем. Да-да-да, секунду, ребят. А выйдите, пожалуйста. А чё, ну, чё такое? Пожалуйста, выйдите отсюда, быстро! Да, зачем? Да выйди, Джон, отсюда, я сказал! Да, сейчас выйду, сейчас. Ты чё-то какой-то вообще нервный. Чё-то он быстро! Какой-то вообще нервный. Сейчас я посмотрю, что он там делает. Ну-ка, ну-ка. Куда пошел? Он же сказал выйти, ты чё? Да ладно, ладно. Доктор Влада, что вы здесь делаете? Я тебе сказал выйти отсюда! Ну ладно, а чё у вас тут такое? А что у вас шприц в руках был? Вышел из комнаты! Да ну не все. Какой-то странный сегодня. Ребята! Что такое? Почему вы нас выгнали? Кровь пролилась, и я ее затер, чтобы вы не видели. Просто прямо вот на моих глазах. А, просто вылез... кровь затирали вы? Да. Ну а что ну, вы делали? Ну ладно. Бил, да ничего я не делал, Бил. Ну ты же видел, как я кровь затирал, да? Да, ну...